50 километров от Санкт-Петербурга. Памятник Петру Первому. Петр Первый так назвал город, переводится как «ключ-город», потому что именно он является окном в Европу изначально, в 1702 году. Есть памятник Ленину и небольшая такая оружейная экспозиция. Подвижник Петра Первого, патриот России и Сербии, граф Сава Лукич Владиславич Рагузинский. По некоторым сведениям, занимался разведывательной деятельностью в отношениях с Китаем. Почему памятник здесь? Потому что именно на этом месте был представлен Петру Первому и приступил к службе. Называется памятник на Красной площади. Красная, потому что обита, сделана из красной плитки, что видно будет летом. Все рядом в центральной части. Набережные Невы. Староладожский канал. В петровские времена он подходил для прохождения крупных судов. Сейчас уже не подходит для этого. Обмельчал. И построен новый канал. Здесь же недалеко можно увидеть вот такие памятники зайцам. И здесь же поднимаемся, памятник Кирову. Засыпано снегом. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы сейчас находится на реставрации. Храм Николая Чудотворца. Новоладожский канал перед Ладогой самой, перед самим озером. Действующий проезд, по нему ходят суда.
вдалеке виднеется остров Крепость Орешек. Виднеется Ладожское озеро. Огромное, берегов не видно, открытая Ладога. Большое, как море. Фестиваль православной музыки «Русь певчая». Банкеты, круизы. Старинный мост с такими колоннами мощными из Ладожского канала, вода вытекает, соединяется, видимо, снова Ладожским каналом и вытекает в Ладогу. Называется Шандорный мост. Построен в граните в 1784 году как часть гидротехнических сооружений Ладожских каналов. Вот тот же Шандорный мост с другой стороны. У тебя ночной режим, нет? Подожди, а как? Не на ту кнопку нажал.